Сетка небольшая, трехметровая. Ну, как вы видите, птица на нее идет. Птицы много. Поэтому здесь у меня двое лежат. Вот хороший самец, видно по маске. Маска замечательная вообще. Здесь у меня... Давайте посмотрим, кто тут. Здесь тоже самочка. Самочка, непрозрачная. И что интересно еще, даже западок сработал. Видите, западки у меня тоже. Щегольчик. Сейчас буду доставать. Птица подошла. Еще подлетела стайка. Вот здесь видно солнце. Вот все, прямо сычу сетку. Вот здесь у меня один попался. Щеголенок. Тоже самчишка. Ну, хорош, хорош. Есть чем порадоваться. Шестерик. Отсюда вижу уже. Вот туда самца я оставлю. И крупный, и маленький. Так солнышко бьет прямо в сетку, наверное. Видно, как она отблескивает. Они летят все оттуда. Все идут они оттуда. Здесь манные у меня. Вот так как-то. Еще один у нас здесь тоже хороший самец. Вот это, честно говоря, из всех птиц, которые были, взрослые, видно, и хорошие. Ну-ка, покажи свою масочку. Ножку отпусти, ножку. Сейчас мы его размотаем. Какой на самом деле четкий, вообще хороший, как заходит. Вот это самец хороший, на самом деле птица взрослая, хорошая. Вот такую птицу оставим точно для себя, она и не маленькая размером. Вот посмотрите на голову. Не хороший самец, вообще четкий. Это самец уже идет ко мне. Вот такой вот хороший самчишка. Надеюсь, видно. Такой красивый. Что интересно, у него сзади, как вы видите, пятнышко такое. Хороший самец. Его оставим, не будем отпускать.
Вот такая вот самочка попалась.
Все, вот подведем итоги сегодняшней ловли. Точнее, часовой или полтора часа я половил. Птицы мало стало. Первый день, когда я здесь увидел, когда не ловил, было ее очень много. Видать, снега потаяли там уже в горах, как вы видите. В тех районах верхних. И птица ушла выше, дальше. Здесь ее нету. Ну, посмотрим дальше. Видно будет. Дальнейшую свою съемку я буду снимать уже не на сеть, а на тайник. Здесь у меня щегольчик. Вчерашний тут был. Сегодня взял с собой такой матерый, хороший самец. Ну, не знаю, его тоже, наверное, скорее всего, отпущу я. И там у меня отобранные 1, 2, 3, 4 щегла. Остальных я выпустил сегодня. Вчера выпустил всех, остальных тоже оставил 4. Ну, сегодня поймал штук 10. Я думаю, неплохо за это короткое время. Здесь есть 2 щегла, которые меня полностью устраивают. Это птица, которую я оставлю себе. Здесь один большой, хороший самец. Ну, сантиметров 15-16, я думаю. Ну, я по приезду дома уже его померю и покажу. Все, будем собираться. Это мой небольшой такой, скажем, огрызок от сети. 3-метровый. Естественно, было бы намного больше птицы. Там мой манок сидит. Там уже трактор работает, уже птицу все пугает. Поэтому буду собираться. Думаю, достаточно. Мне щеглы больше не нужны. Птица для... Ту птицу, которая мне была нужна, я отобрал, собрал. Там штуки 4, наверное, у меня будет щеглов. Следующую съемку попробую, пойду на Риполова. И если получится, на Вьюрка красношапочного. Ну, всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. По приезду домой индивидуально постараюсь каждую птичку снять.